Плохая новость. Камера не засняла Карабаса. Да плевать я хотел, есть ли там место или что. Вот, смотрите, я активировал его. Почему мне за него ничего не дали? Жрун он, конечно, еще тот. Давайте я вам покажу его отдельно. Вот, студия звукозаписей. О, у него две песни. Скучно поет. В конце немного накосячил. Давайте поменяем его имя. Посмотрим сначала. Вот он, наш славненький. Вот так вот пойдет. Ну что, красавчик, добро пожаловать на остров. Ой, его, кажется, что-то обрадовало. Ух ты! Шумят тут. Эврика, Карабас просыпается. Оказалось, что этого необыкновенного элементаля электричества зависят жизненные процессы духов острова и исполинов, который приходится другим его поющим обитателям домом. Уменьшенные монстры, когда питают это существо энергией, говорят, что внутри у него ничуть не скучнее, чем на любой игровой площадке. Так что они рады оставаться там, сколько нужно. Электрическому чирканью и свисту, с помощью которых он выражает свои мысли, привыкаешь не сразу, но со временем и они становятся дорогой к сердцу, неотъемной частью мелодии острова. К тому же он звучит очень модно для современной музыки. На уж. Смотрите, хотите одну новость? Во-первых, смычерок сюда вот пойдет. Во-вторых, у меня среди обычных уже вся песня. Смотрите, все 28. Ну так что я хотел-то? Ах да, у меня тут даже... У меня тут только эти остались. Уж в противном случае у меня в гостинице остался еще один гуджуб. И мамонт. Конечно, зачем он мне? Эх, у меня тут на острове стало немного одиноко. Что ж поделаешь? Они в Карабасе. С вами была Ха-Ха, всем пока!